разговаривают две подруги. И одна другой говорит: блин, представляешь, у нас с мужем уже 2 недели нету. Она: да ладно, способ такой знаю. Приходишь домой, раздеваешься до гола, становишься напротив входной двери, раком и стоишь. Он приходит, деваться некуда, все дела сделает и спать. Ты обрадовалась, прибежала домой, разделась, встала напротив входной двери и стоит. Возвращается ее брат. Естественно, после 13-й зарплат: земли не вижу, домой хочу. Открывает дверь, смотрит, а там-то аккаунт. Ё-моё! Обходит это все. На следующий день приходит на работу, говорит: все, пить бросает. Да ладно, Петрович, ты что? Он: все, все, вы шо? Прихожу вчера домой, открываю дверь, а там гном, щеки во, борода во, рот вот так, улыбается.